Здесь у нас находится паллиативный центр. Раньше был детский сад. Сейчас у нас здесь лежат наши, как мы их называем, малыши. Мы за ними ухаживаем. Они у нас все лежачие. Вот. Давайте пройдем, посмотрим. Вот это наш медицинский кабинет. Так как у нас все лежачие пациенты, вот у меня каталочка. Я ставлю сюда свои все медикаменты. И мы ездим по палатам, делаем перевязки. 27 подопечных. Это женская комната. Ну, в основном, конечно, по возрастным категориям определяются и по заболеваниям, по своим. Вот. Если это деменция, то деменция. Если это инсульты, то инсульты. Здесь я вот живу уже сейчас вот недавно 2 года. Встречаю хорошо, очень хорошо. А дома, видите, у меня муж умер, и дочь умерла, и никого не осталось. Это душевая. Она совмещенная здесь с санузлом, с умывальником, потому что процедуры все у нас проходят в душе. Теперь вот у нас чудесным образом появилась вот эта вот каталка, на которой тяжелых больных нам можно от коечки транспортировать сюда в душ и здесь совершать все гигиенические процедуры. Пища приготовляется здесь, потом санитарочки развозят ее на специальной тележечке на места, где находятся постояльцы, потому что они не передвигаются и кушают они на своих местах, на специальных столиках. Подопечные нуждаются в постельном белье, очень сильно нуждаются в памперсах. Нам нужна любая помощь. И продуктами, и моющими средствами, потому что каждый день это расходные материалы, и посещением. Конечно, приходите к нам в гости, это совсем не страшно, не думайте, что здесь, если дом милосердия, дом престарелых, что здесь прям какие-то ужасы, ужасы. У нас так они радуются, старички, когда к ним приходят гости, к нам приходят дети, к нам приходят с родителями, клоуны к нам приходят. То есть у нас, ну, мы стараемся вот эту жизнь их разнообразить. Очень хорошо, что есть такие центры, которые готовы помочь, поучаствовать в жизни. Но и центрам тоже нужна помощь, и мы стараемся активно помогать и обращаем внимание на это всего окружение. Если каждый хоть чем-то поможет, это позволит центру работать активнее и гораздо больше приносить пользы людям и обществу.